Среди знойных песков и выжженных солнцем сухих степей лежит море-озеро Арал, третье в мире по величине. Берега Аральского моря на западе, там, где обрывается плато Устюрт, круты, обрывисты, высоки. Удобных бухт нет. Восточные берега, наоборот, сильно изрезаны. Они низкие, пологие. Здесь к Аралу вплотную подходят пески. В Аральское море несут свои воды две могучие реки Средней Азии. Сыр-Дарья впадает в Арал на северо-востоке, Аму-Дарья на юге, образуя бесчисленные протоки и каналы, берега которых поросли камышом. Южный берег Арала – гнездовье множества птиц. По-казахски «Арал» значит «остров». Видимо, море названо так потому, что на нем множество островов. Один из островов Аральского моря – Барсакельмес, что по-казахски значит «пойдешь, не вернешься» – заповедник. Здесь охраняют и выращивают редких животных – антилоп сайгаков и куланов. Аральское море неглубокое, наибольшая глубина 69 метров. Вода втрое менее соленая, чем в океане. Толща воды летом хорошо прогревается. Море богато растительными и животными кормами. Поэтому здесь водится множество рыбы. Сазан, жерех, сом. Чтобы рыбные запасы Арала не уменьшились, на специальных рыборазводных станциях выращивают мальков и выпускают их в море. Уровень воды в Аральском море непостоянен. В засушливые годы обнажается дно проток, высыхают озера в бассейне Аральского моря, а в этих озерах рыба должна метать икру. Поэтому протоки между озерами углубляют, роют каналы. Самый большой порт называется так же, как море, Аральским. По Аральскому морю идут грузы в Республике Средней Азии.